Как будешь готов, начинай. Мы записали это видео, потому что не можем молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы футболисты разных команд, но одной страны. Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране. Мы выражаем соболезнования родным тех, кто был убит. Хотим выразить слова поддержки всем тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен. И призываем, остановите насилие. Мы, как и весь наш народ, имеем права, закрепленные Конституцией. Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному, либо унижающему его достоинство обращению или насилию. Нет иной привилегии, кроме одной – права человека. Мы за правду, справедливость и свободу. Мы супротив гвалту. Мы против насилия. Мы против насилия. Мы против насилия. Мы супротив гвалту. Мы против насилия. Мы супротив гвалту. Мы против насилия. Мы против насилия. Thank you.